О чем думает каждый из нас, выбирая автомобиль? О дизайне, комфорте, качестве, цене. Конечно, что называется, в идеале хотелось бы выбрать максимально хорошую во всех смыслах машину. Такую, которая бы хватила с запасом на много лет, владение которой было бы в радость и не било по карману. Возможно ли такое? Конечно, притом есть варианты. Что правда, каждый со своими плюсами и минусами. Сегодня для всех, кто присматривается, попробуем облегчить выбор рассказом об одной из свежих новинок украинского рынка. Имя новинки – Nissan Sentra. Менеджеры салона Nissan уверены в том, что Nissan Sentra вне конкуренции среди своих одноклассников. Можно было бы подумать, что хвалят, потому что нужно хвалить. Работа такая. Однако их оптимистичный настрой слишком явный, чтобы сойти за рабочий момент. Так что да, на модель Sentra возлагаются большие надежды. Насколько они оправдаются, будет понятно несколько позже. Но, изучив новинку ближе, можно лично выявить все ее индивидуальные особенности заранее. Благо, тестовый автомобиль в свободном доступе. Так что изучаем. Итак, Nissan Sentra. Внешне выглядит привлекательно. Будучи по классу ниже бизнес-седана Тиана, Sentra по сути эдакая маленькая Тиана. Схожесть в дизайне просматривается четко. Много интересных деталей. Радиаторная решетка в стиле Infiniti, интересного дизайна оптика, светодиодные огни, плавные линии, общий гармоничный силуэт. Сплошь приятные впечатления. С любого ракурса. И фаз, и профиль, ванфаз, и три четверти. Хороша. Аналогичные эмоции вызывает и интерьер. Сдержанный, но не чрезмерно строгий. Разнофактурный пластик, где-то мягкий, где-то жесткий, но везде хорошего качества. Сиденья удобные, с выраженной боковой поддержкой. Рулевая колонка регулируется по высоте и глубине. Сам руль, такой же, как у нового Nissan Qashqai и X-Trail, хорошо ложится в руки, многофункциональный. Каждая кнопка на своем продуманном месте. Эргономика в целом похвальная. Задние двери открываются широко, во втором ряду очень просторно, без преувеличения, места больше, чем во многих автомобилях классом выше. Центральный подлокотник – приятное дополнение. В плане оборудования у Nissan Sentra есть все, что нужно, и не только самое необходимое, уже в начальной комплектации. Версии же Elegance Plus Connect, одной из средних, перечень оборудования включает систему доступа без ключа и запуск двигателя кнопкой, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, электропривод и подогрев боковых зеркал, электропривод складывания зеркал, мультимедийную систему Nissan Connect второго поколения с сенсорным антибликовым экраном и шустрым интерфейсом. На экран также выводится изображение с камеры заднего вида, которая здесь тоже есть. Багажник у Sentra огромный – 511 литров, позволит перевозить много всего. Открыть багажник можно также и из салона, кнопкой располагающейся слева от руля. Удобно. В основе Sentra – удлиненная платформа Nissan, на которой построены Nissan Tiida, Note и Juke. Колесная база внушительная – 2,70, благодаря чему внутри и просторно, и комфортно. В ходу машина мягкая. Амортизаторы и стабилизаторы настроены под наши дорожные условия. Неровности не отражаются ни на едущих на передних сиденьях, ни на задних. В поворотах, правда, чувствуются некоторые крены, но в пределах нормы. При этом клиренс позволяет запрыгивать на бордюры. Посадка высокая, обзор хороший. Двигатель для Nissan Sentra на украинском рынке доступен один. Бензиновый 1,6 мощностью 117 сил. Коробки передач пятиступенчатая механическая и новый вариатор X-Tronic CVT. По заверениям японцев, обладающий самым высоким диапазоном передаточных отношений в мире. После дебюта на Nissan Juke теперь такой же и у Sentra. На практике вариатор радует отзывчивой работой, быстрыми откликами на нажатии педали акселератора. Разгонная динамика, при том, что двигатель средней мощности, хорошая. Да, без спортивного азарта, но весьма резво стартовать, прохватить с ветерком, войти красиво в поворот позволяет. А особенно в режиме драйв, здорово помогающим на обгонах. Есть у X-Tronic и режим L на случай езды по грязи или другому бездорожью. С одной стороны, вроде как, зачем это обычному седану? Но как знать, ситуации в жизни разные бывают. В целом, говоря про ощущения в движении, Nissan Sentra – приятная, плавная машина с отлично настроенным шасси, хорошей управляемостью и немалым количеством других достоинств, среди которых расход бензина. Чуть более 8 литров по городу, 5,5 по трассе.
Вот такая новинка. Конечно, все это очень коротко и по верхам. И все же основные моменты выстрели. Она действительно очень конкурентная. Все, что нужно, чтобы быть востребованной при ней, включая цену.